Северо-восточный обход Караганды планируют открыть уже в этом году. Автобан вокруг города позволит разгрузить транспортные артерии, по которым движутся транзитные автомобили и большегрузы. Накануне Ерлан Кошанов ознакомился с ходом строительных работ. Подробности расскажет Антон Александров. Общая протяженность северо-восточного обхода 48,4 километра. Проект стали реализовывать в 2017 году. Общая стоимость строительства 36 миллиардов тенге, говорит директор карагандинского филиала АО «Казавтожол». В настоящее время мы вышли уже на верхние слои, на покрытие. То есть на протяжении всей дороги предусмотрено верхний слой покрытия шума 5 сантиметров. Эта дорога проходит вокруг города и позволит транзитному автотранспорту миновать заезд в шахтерскую столицу. Для водителей это сокращение времени в пути, для города это улучшение экологической обстановки. В ходе осмотра объекта Ерлана Кошанова интересовали трудности, с которыми сталкиваются строители, и сроки возведения объектов транспортной инфраструктуры. Развязка соединения, короче, северного обхода с восточным обходом. Пролет смонтирован, шкафная со стороны третьей опоры, все готово, тоже к монтажу. Наличие сейчас у нас 8 балок готовых, осталось еще сделать 8 штук, чтобы смонтировать второй пролет. Мы изготавливаем балки здесь на месте. Автомобилям необходимо обеспечить проезд по новой дороге до конца года. Такова основная задача на сегодняшний день. Работы на трассе идут полным ходом. Уже укладываются верхние слои дорожного покрытия. Развязки выполнены более чем на 60%, говорят чиновники. В общем, на протяжении северо-восточного обхода их будет 7. Общая толщина дорожного покрытия должна быть порядка 80 сантиметров. Нижние слои будут состоять из бетона и щебня с добавлением битума. Верхний слой – из крупнозернистого и щебеночно-мастичного асфальта высотой в 5 сантиметров. Подрядчики на свою работу дают 3 года гарантии. Антон Александров, Рустам Бараев, Николай Шевелев, 5 канал.